своих родителей. Детский конкурс красоты – это праздник для детей. Это не соревнование. На таких конкурсах нет проигравших. Здесь каждый ребенок за свое выступление получает какой-либо титул. Каждая девочка мечтает стать принцессой. И чтобы вырасти настоящей королевой с хорошими манерами и королевской осанкой, для этого много нужно трудиться над собой. Поэтому участие в подобных конкурсах – это возможность творческого развития и самовыражения. Моя планета ТВ, как всегда, за всем следит, за самыми модными тенденциями юных красавиц. Сегодня именно юная топ-модель России. Мои эмоции какие? Могу сказать, что сегодняшний день – это не просто конкурс красоты, а это совокупность любви, женственности, заботы, потому что сегодня конкурс «Юная топ-модель России», также «Миссис Российская красавица». И я призываю всех родителей к справедливости, не перехваливайте своих детей. Именно это позволит им достигать больших высот, еще больше, чем они могли бы достигнуть. Вот так. Вот в этом году мы побили все рекорды. У нас, если мы имеем в виду юную топ-модель России, да, то у нас сейчас 64 участницы. Как вы думаете, как будет сложно выбрать победителя в этом году? Очень будет сложно, потому что такое огромное количество, и все дети такие прекрасные, все такие талантливые, красивые, такие потрясающие привезли платья. Ну, просто я не могу налюбоваться. Ну, для этого конкурса надо было подготовиться, да. Надо набрать там кучу платьев, придумать, как ты будешь ходить. Ну, то есть это некий труд, который, в принципе, всегда позволяет тебе в дальнейшем человеку расти и развиваться. И я считаю, что да, они должны быть. И думаю, что для девочек это всегда прекрасный стимул для того, чтобы, ну, вырасти потом в дальнейшем, стать прекрасной девушкой, прекрасной матерью, женой. Какие критерии для маленьких девочек на этом конкурсе красоты? Ну, прежде всего, я буду смотреть на них, наверное, как визажист, на то, какая модель должна быть. Но по мне модель должна быть разной, она должна уметь меняться. Она может быть и такой, и такой, и такой, и такой. Это самое главное качество модели, чтобы она была не однотипная, чтобы она была каждый раз разная, чтобы из нее можно было сделать любой образ, носимый образ. У каждого члена жюри разные критерии, потому что люди из разных отраслей бизнеса, моды, шоу-бизнеса. Но лично я смотрю, конечно, на то, насколько девушка ведется на сцене уверенно. То есть, так как я владелец глянцевого журнала, и мне интересны люди, которые пошли на конкурс не ради одного раза просто выйти на подиум, а именно те, которые смотрят на свою жизнь, именно связанную с модельным бизнесом, хотят делать карьеру в фэшне. И нам интересны девушки, уверенные в себе, именно те, которые будут красиво и уверенно, и ярко работать на показах лучших недель моды, лучших подиумов страны и мира. Я думаю, буду смотреть все-таки на гармонию, на поведение и на то, как качество совпадает. И красота, и движение, и грация. То есть все в целом. Будет трудно выбирать какую-то единственную девушку в одной номинации? Я уже посмотрел, кто здесь находится. Мне кажется, что все-таки выбор будет сложным. То главное – это участие, а не победа. И нужно стремиться как бы к лучшему. Всегда нужно созидать, пытаться, стараться, испытывать свои качества. К ним нужно готовиться, их нужно развивать. И, конечно же, нужно идти вперед. Потому что обязательно тот человек, который стремится вперед, обязательно он придет к своему Олимпу. Сегодня выбирается самая лучшая юная топ-модель. Какими качествами она должна обладать, по-вашему? Ну, мне кажется, что, во-первых, все дети красивые, талантливые. И поэтому каждый ребенок по-своему интересно. И поскольку это жюри, да, мы люди, каждый выбирает по своей симпатии. Но самое главное, чтобы ребенок был естественным, чтобы ребенок вышел, показал то, что умеет делать, хорошее настроение. Ну, наверное, быть не капризной, доброй, любить животных. Чтобы у нее уже развивался с самого детства чувство, вкус к одежде, как одеваться. Конечно же, не волноваться,
трудолюбие, чтобы у них присутствовало, и талант. Конкурс – это прежде всего экзамен, который вы выдерживаете, и готовитесь к этому экзамену очень долго. Конкурс красоты – это понятие очень прекрасное, потому что красота – это то самое, то, что спасет мир. Люди должны быть красивы и внутри, и снаружи. А этот конкурс, сегодняшнее мероприятие, которые здесь, в отеле «Хорстон». Потрясающий праздник, праздник красоты, праздник ярких улыбок, праздник доброты. Что нужно делать девочкам, чтобы стать такой красивой, как вы? Нужно обязательно за собой ухаживать, следить за своей внешностью, за фигурой, за волосами. Вот, прям как я, быть красивой не нужно. Нужно быть индивидуальной, нужно найти вот эту изюминку, которая будет только у тебя. Что тебе нравится в конкурсе красоты? Мне нравится вот эта вся студия. Там можно одевать красивые платья. В сегодняшнем конкурсе мне понравилось выход в российских платьях. Это было очень круто. Мне кажется, у нас получилось все на 100%. Этот конкурс мне больше понравился самими участниками, то есть участницами. Они очень добрые. Мне они больше понравились. Также мне понравился выход. Самый последний – это вечернее платье. Какие эмоции ты ощущала, когда шла по подиуму, когда на тебя столько народу смотрело? Мне было страшно, но и весело, и хотелось улыбаться. Yeah.